Катя, расскажи о своем шоу, о его фишках. Я слышал, что там будет много всяких крутых моментов. Вот, расскажи о них. Крутые моменты заключаются в том, что все шоу поставлено на самоиронии и на таком вроде бы юморе, построенном также на слухах, о каком-то хейтинге, который там в интернете, в прессе есть. То есть мы это все обыгрываем так, что люди, которые к нам приходят, делятся своими, скажем так, проблемами. И такие, давайте мы над этим пошутим, потому что, как правило, если ты над чем-то смеешься, во-первых, ты смеешься первым, чем твои, как бы, хейтеры, а во-вторых, ты сгрываешь те темы, над которыми, может быть, кто-то мог бы тебя подводить. Поэтому наша самая большая фишка – это самоирония. Но приходят, как я понимаю, гости не с пустыми руками. Не с пустыми, далеко. У нас задумка такая, что изначально у нас пустая студия, и мы открываем новый канал, поэтому каждая звезда нам будет дарить какой-то атрибут, потому что мы ее приглашаем к нам в дом, а с пустыми руками не ходят. Вот. Вот смотри, звезды, как ты выбираешь звезд, которых будешь приглашать? Это лично твои друзья, персонаж, который тебе симпатизирует, либо это условно популярные люди, которых нужно приглашать, потому что они популярны. Насчет дружбы я бы надеялась, конечно, со всеми с ними подружиться, потому что если я не буду с ними дружить после, то значит, я им очень не понравилась, как я работаю. А в целом, это если есть как бы связь и золотая середина между интересный персонаж, что нам очень важно, это первое, и плюс у него выходит какой-то трек, фильм, какая-то активность, то мы, конечно же, все это вместе и к нам. Но для меня интересен всегда именно интересный человек, интересный человек, так и есть. Поэтому если кому-то есть что-то, если есть кому-то что-то рассказать, и он умеет держаться в кадре, то я за личность, а не за просто пустую куколку, которая будет петь хит за хитом, который он купил у кого-то. Я как понял, у тебя будут звезды первого эшелона, а первый эшелон — это в том числе такие персонажи, как Николай Басков, как Филипп Киркоров, как Алла Борисовна Пугачева, хоть она и ушла со сцены, но тем не менее. То есть вот таких людей мы увидим в твоем шоу? Ой, будем надеяться, потому что мне все эти люди очень интересны, и как раз-таки они обладают самой иронией, которую, я надеюсь, когда-нибудь выхлопнет у нас в шоу, потому что это очень что-то не связанное интернет и люди такого формата, такого уровня. Если они вдруг выскажут свое доверие и увидят нас потенциал, то я буду более чем рада. Я буду ночами писать сценарии и классные вопросы. А кого из этих ветеранов шоу-бизнеса, ну, ты поняла, да, кого бы хотела пригласить? Ну, честно скажу, ты уже упомянул это имя, Алла Борисовна Пугачева, это, конечно, просто... Я не знаю, сколько мне нужно будет сделать эпизодов и что мне нужно будет сделать, но мне кажется, в целом, как талантливый человек, и как женщина, и как персонаж, она просто потрясающая. Мне кажется, у нее, я догадываюсь, так, у нее очень хорошее чувство юмора. И это было бы, конечно, что-то бомбическое. Это была бы невероятная смесь интернета, каких-то мемов и вообще ее чувство юмора. Но это прям, это мечта, которая может быть. Я, может быть, говорю, потому что я очень на это надеюсь, но это, конечно, большая часть невыполнима. Смотри, обычно ты всегда говоришь о том, что твои каналы ты делаешь сама. Да. Вот этот проект тоже исключительно твой или есть? Скорее так, я не знакома со знаменитостями напрямую. Я не могу кому-то позвонить, позвать. Я не тусовый человек, я не кручусь никаких всяких премиях и прочее. Я занимаюсь своим делом, монтажом, пишу шутки, саму себя снимаю, поэтому я могу подойти к творческому процессу, но мне нужен тот человек, который призовет этих людей и скажет, что я умею делать. Поэтому все остальное, все какое-то связанное с коммерцией и прочим, делает другой человек, он мне помогает в этом. Все творческое делаю я. Вот. Я понял. И такой вопрос. На кого из ведущих ты равняешься? Российских, зарубежных? Скажем так, мне нравится, кого смотреть лично самой. И, может быть, не то чтобы равняюсь, но вот я прям от них, скажем так, заряжаюсь какой-то искрой, что они делают, мне очень нравится. Но я ни в коем случае не буду их копировать. Таланты безумно Джимми Фэллон, которого шоу я обожаю смотреть. Мне нравится очень Эллен. Мне нравится также Уэнди Уильямс. Кто еще? Иван Ургант, соответственно, как без него. То есть микс такого что-то очень веселого, но очень стебного. При этом умного, но умеющего потупить. То есть так аккуратненько. Вот, они, я считаю, просто невероятные люди, и от них действительно заряжаешься каким-то хорошим настроением. Вот это очень важно. А еще я знаю, что у тебя звезды, если это певец, то он поет. Да. А поет вживую. Да, обязательно. А вот если это петь вживую, не умеет? Тогда мы не зовем таких звезд. Мы не созданы для раскрутки.
Мне интересен контент, который мы создаем. Если мы будем писать лайвовое какое-то выступление, оно должно быть по-настоящему интересным, чтобы его смотрели. Не просто потому, что какая-то веселая мордашка, красивая девочка или там интересный мальчик. Это должно быть маленькое, очень смешное, очень утрированное, но все-таки произведение искусства. Что-то очень классное в стиле интернета. Поэтому кто не умеет петь, не умеет отвечать на вопросы, в наше шоу не попадет. Мы хотим развлекать нашу аудиторию и делать классные вещи. А с бесталантными людьми и без инициативных их не получится. Я не думаю, что это будет прям совсем жестко. Ну, то есть мы не будем слишком стебать шоу-бизнес. Может быть, где-то, да, но это будет достаточно позитивно, без агрессии, потому что все-таки аудитория у нас молодежь, и мы не будем как-то, не знаю, акцентировать внимание на каких-то, не знаю, минусах шоу-бизнеса или еще что-нибудь. Ну, довольно позитивно должно все выглядеть. Скажи, ты сама новости шоу-бизнеса. Где читаешь, где смотришь? Супер.ру, я читаю новости шоу-бизнеса. Сережа Северинов, вот мы с ним работаем, то есть он у меня продюсер, и ему давно пришла идея создать вот наподобие что-то вот шоу с блогерами, а так как Катя моя подруга, это предложение сделали в первую очередь ей, она согласилась и захотела взять, естественно, под свой контроль полностью и там сценарий, и вообще как это все должно выглядеть. И можно сказать, у нас такая маленькая, но очень мощная команда, которая как раз постарается что-нибудь сюда интересное сделать.